Лёша! Рассказывать? Ну, ребят, не мешайте. Рассказывать уже? Да. Три сестры и мама. Мама сказала трем сестрам, три сестры, они уже так задержались, не выходят замуж, им уже больше 35 лет, и они, сегодня замужем. И они не выговаривают букву L. Ой, R. Они не говорят букву R, вместо буквы R говорят букву L. Ой, вернее, наоборот, говорят букву L, а вместо нее говорят все время R. И она к ним привела жениха, чтобы выдать их замуж, чтобы хотя бы он на ком-то из них троих женился. И она им говорит: так вы, пожалуйста, молчите. Ты меня на камеру снимаешь? Да. Она говорит: так, пожалуйста, вы молчите. Он посмотрит на вас внешне и выберет кого-то из вас. Они такие сидят втроем в пышных платьях, Он приходит, такой курит сигарету, курит такой у него сигара. И у него падает, пепел на... У тебя хватает там времени еще? Пепел, падает на ковер, и одна не выдерживает и говорит ему: кавалер, паровик-то прогорер. Вторая такая спохватилась и говорит: Ира, ты забыла, что она мама говорила? Ты все дера да марча работа дера не твое. А третья, это, видимо, я такая не выдержала, она такая: Срава богу, что одна я про марчара и не вымарвирася. Такая несмешная история стала вдруг таким парафразом и лейтмотивом нашего фестиваля «Два в одном». Чему бы это? Узнаем в следующем году. Пока.